Певица Ольга Бузова записала в личном блоге в Instagram Stories, где предстала перед многочисленными поклонниками в непривычном образе. Так, экс-ведущая шоу «Дом-2», которая известна любовью к фотошопам и фильтрам, показала пользователям сети свою естественную красоту. «У меня почему-то в Instagram не работают фильтры. Любителям обсуждать мою внешность – доброе утро. Вот я без фильтра», – уточнила исполнительница. При этом в кадре она была запечатлена не только без ретуши, но и без искусственных ресниц и даже макияжа. Примечательно, что Ольга не стесняется признаваться в том, что ретуширует фотографии, которые публикует сеть. Ранее звезда заявляла хейтерам, уличившим ее в злоупотреблении фотошопом, что может несколько подправить свое лицо и выровнять тон и рельеф кожи. Однако никогда не корректирует свою фигуру. Почему-то в Инстаграме работают фильтры, любителям пообсуждать мою внешность. Доброе утро еще раз. Без фильтров.